Жители Барселоны вышли на массовые протесты. Они требуют снижения цен на аренду жилья. Всего к уличному маршу присоединилось около 22 тысяч человек, сообщает агентство Рейтер. Участники шествия перекрыли движение на нескольких центральных улицах города. Стоимость аренды недвижимости в городе стала на 70% дороже в сравнении с данными десятилетней давности. По данным каталонского жилищного агентства, средняя цена в Испании составляет 1130 евро. Это больше полумиллиона тенге. Отмечу, квартирный вопрос вынуждает местных граждан выходить на улицы не впервые. Последние месяцы подобные акции проводились также в Мадриде, на Канарских островах и в Малаге. Жители обвиняют туристов в высоких ценах на аренду. Испания является вторым по популярности направлением в мире для путешественников, уступая лишь Франции. В прошлом году государство посетило больше 85 миллионов гостей из-за рубежа, что стало рекордно высоким показателем.